Зачистить лагерь. Жалкие воины их. Должен идти.
Не пропадать же мясу. Вы, небось, думали, что я про вас забыл, а?
последняя мразь. Ты у меня добегаешься. Берегись! О, кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Бункер. Да, наверняка у них был бункер. Найти бы только. Да, вот он. Это что, карта? Пометки? А, хорошо. Это что, инструкция? Да, это мне пригодится.
то, что надо. Ну вот, порядок. А я и не знал.
Еще одно гнездо. Сожжем и его. Гнездо. Должно быть где-то здесь. Гори в аду! Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Еще одно. Погнали. С этим гнездом все. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Еще одно готово.
Ну? Thank you.
Надо подзаправиться. Вот так. Вот порядок. Дикон, как? Как я понимаю, тебя выгнали из ополчения? Меня и всех остальных. Нет, я не скучаю. Слишком было похоже на родительский комитет. Это чем же? Слишком много самовлюбленных уродов, мечтающих порулить. Ну да, действительно. Хорошо, что с этим покончено. Ладно. Дикон, береги себя. Привет. Привет. А, Дик, как жизнь, черт. Полковник был тот еще жук, да? Вот уж по кому скучать не буду. Так ты теперь сам по себе? Не скучаешь по армейской жизни? Еще чего. Ненавидел всю эту лабуду ополченскую. Не, трехразовая жрачка и постель — это хорошо. Но теперь я оставляю себе часть деньжат от продаж. Еще бы. Ты уж не обдирай их совсем. Кто, я? Да я воплощение честной торговли, дружище. Живое воплощение. О, транжира. Сделаешь меня миллиардером, да? О, да. Прокачаем эту штуку по полной, так?
И он пришел за апгрейдом. Класс! Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Вот, прошу. Хм, а, ладно. До встречи, Дик. Они как больные с Альцгеймером, только сильные, злобные и жаждут вырвать тебе кишки. Пока что это все. Дик, как жизнь? Эй, привет. Вот так. Пока, Дик. А, ничего ужасного.